Приветствую вас, друзья, подписчики и зрители канала. Сегодня мы с вами завершаем обзор таврических монет, и перед нами монеточка, самая маленькая, номиналом в 2 копейки. Из-за своего маленького размера именно на этой монете были сделаны самые большие сокращения слов, нанесенных на нее. Вместо слова «царица» мы видим сокращение «цари», затем идет точка, вместо слова «херсониса» мы видим слово «хер», и вместо слова «таврического» видим только «тавричие» с точкой в конце. Ну, согласитесь, звучит довольно-таки курьезно, что еще раз указывает на кустарный способ изготовления этих монет. Посередине вензель Екатерины с короной сверху и точечное оформление вдоль гурта. Вес этой монеты был довольно маленький, 0,80 грамма. Проба серебра 448. А сейчас посмотрим, как выглядит реверс монетки. Реверс монетки довольно прост. Цифра 2 выполнена кустарно, и это очень хорошо видно. Линии не совсем ровные. Снизу буквы ТМ и две счетные точки по краям от цифры. А также точечное оформление вдоль гурта. Сам гурт у этой монеты был шнуровидный. Вот такая серия таврических монет была выпущена на феодосийском монетном дворе, который тогда назывался Таврический, в течение 2 лет.